Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, который находится на предстарте FiboBiz. Значит, мне сегодня на почту пришло приглашение. Значит, многомиллиардный предстарт. Скоро FiboBiz, займи место сейчас. Жара начинается, займи место. Ну, такое вот письмо. Далее что? Я написала сразу в службу поддержки. Мне пришло письмо. Так, давай, грузись. Вот мне пришло сразу ответ. Сейчас я вам открою. Ну, открывайся, давай. Ну, не открывается. В общем, где там сказано, что просто регистрируйтесь, пока все будет известно, когда счетчик будет по нулям. Вот, узнать. Так, чтобы я спросила ознакомиться с маркетингом. Так, они мне ответ написали. О сути, узнаете, когда на счетчике будет ноль. У вас есть уникальная возможность приглашать сейчас, не поясняя, в чем суть. Не нужно объяснить продукт, маркетинг-план и так далее. С уважением, админ. Вот такой вот мне пришел ответ такой вот. Конечно же, я не могу пропустить проект на предстарте. Здесь форма регистрация. Регистрация только по реферальной ссылочке. Что он нам принесет, узнаем мы, когда счетчик будет по нулям. Ну а пока будем, конечно же, регистрироваться и занимать место. Значит, вводим, что у нас здесь. Давайте логин, имя. Страна уже у меня стоит по умолчанию. Я уже прописала свой скайп. Пароль. Значит, повторить пароль. Email, фамилия. Номер телефона. Так, и нажимаем регистрация. Буду делать все, друзья, в режиме онлайн. Значит, я прописала, у меня не прошло на русском языке имя и фамилия. Я написала на английский. Нажала зарегистрироваться. Далее. Успешно зарегистрировалась. На почту придет письмо со ссылкой на активацию. После активации вы сможете авторизоваться на сайте. Если письма нет во входящей, проверьте папку спам. Ну, давайте перейдем на почту. Пожалуйста, вот сразу письмо пришло. Так, здравствуйте, Елена Смирнова. Для активации пройдите по следующей ссылке. Если не получается, то скопировать. Ну, давайте активируем. Нажмем на ссылочку. И все. Так, я активирую. Ваша учетная запись была успешно активирована. Теперь вы можете войти, используя логин и пароль, указанный при регистрации. Нажимаю «Вход». Далее «Войти». И попали в кабинет. Значит, сразу вот здесь у нас что? Партнерская ссылочка. И здесь вот моя партнерская ссылка, мой спонсор. Здесь пригласить друга. Так, далее что у нас? Профиль. Так, Елена Смирнова. Итак, здесь изменить пароль. Ничего такого нет. Поддержка. Можете, если возникнут вопросы, написать имя, email, текст сообщения. Ну и все. Здесь пригласить другу. Так, добавить адрес электронной почты друзей, кому хотите отправить приглашение. Ну, такое вот, причем нормально, да? Можно как бы ввести адрес электронной почты и пригласить. Друзья, пока регистрируемся. Так, или у нас здесь ничего. Так, главное. Так, регистрируемся, приглашаем, занимаем место. Вся информация будет, когда счетчик будет по нулям. И при видео, естественно, продолжение будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!